В зале театра кресло, на площади перед театром скамейки. Очередной арт-объект со смыслом и подтекстом открыли в пятницу артисты Ивановского драматического. По уже устоявшейся традиции лавочка стилизована под фотозону. На спинке рамка с занавесом и символичный указатель «Вам туда», направленный в сторону Дворца искусств. Здесь можно сделать любой снимок, можно сделать коллективный снимок, можно индивидуальный. И можно поинтересоваться тем, что происходит вообще в районе площади Пушкина, какие здесь театры, посетить их. И, в общем, немножко приобщиться к искусству театра. Эта скамейка стала уже третьей тематической. Одну открыли артисты драмы в прошлом году, яркую розовую в этом – кукольники. По задумке авторов идеи, скамейки на площади должны создавать волшебную атмосферу, погружаясь в которую житель города захочет непременно пойти на спектакль. Сейчас также присоединяется музыкальный театр. Это в стадии разработки эскиза. Они думают на тему. Лавка, театральная скамейка, будем так говорить, для них припрятана, готова. То есть мы ждем от них. И я думаю, что также в дальнейшем состоится открытие и музыкального театра. Осенью артисты драматического театра планируют презентовать еще одну скамейку, посвященную солнцу русской поэзии Александру Пушкину. Место для лавочки уже присмотрели. Дизайн находится в разработке. Художник вдохновляется сказками автора. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.